Она у меня такая красивая. Ремонт недавно сделали. Ванна огромная. Кухня хорошая. Соседи замечательные люди. А гостиная просто идеальная, чтобы проводить в ней время всей семьей. Я хочу ее продать. Беру. Скажите, а у вас еще такие есть? В медицинском центре «Норма» ведут прием врачи различных специальностей. Проводятся ежегодные профилактические осмотры, оформляются медицинские книжки, справки, в том числе для ГИБДД. Также вы сможете пройти МРТ, сделать цифровой рентгеновский снимок, УЗИ, маммографию и сдать необходимые анализы. Меленковское шоссе, 17. Новостройка с ремонтом и выгодой до 115 тысяч рублей. Только в мае. Скидки в жилом комплексе «Новая Слобода». Квартиры, доступные каждому. Жилищный комплекс «Новая Слобода». 47-75-95. Код города 49-23. В торговом центре «Лосман» акция «Весенний комплимент». С 1 марта по 27 мая соверши в торговом центре «Лосман» покупку и стань участником розыгрыша призов. Кровати от салона «Арматек», дивана от «Аккорд Мебель», а также телевизора, СВЧ, утюга, музыкального центра и набора косметики. Торговый центр «Лосман», улица Войкова, дом 1Б. С ними точно не соскучишься. Новые русские бабки с программой «Юмор» 9 июня в ДК имени 1000-столетия Мурома. Сеть салонов «Мебель Магнолия», «Тахта» за 6,990, ТЦ «Лоцман». Все это теряет свой смысл без регулярных визитов к стоматологу. Сеть стоматологий «Жемчуг». Быстрая доставка родниковой питьевой воды из заповедных мест. Я и суздальские напитки. Установка, ремонт и обслуживание диспенсеров. Компания «Дёмина». Лето империи здесь, где ароматный шашлык и кухня, комфортная обстановка и атмосфера, детские развлечения и аттракционы, летние прохлады и веранда, лучший отдых и ресторан, культурно-развлекательный центр «Империя», Воровского, 24. Все начинается с инструмента, с богатого ассортимента, продукции мировых брендов, правильно выбранного момента и садово-инструментального центра. Стройте, воплощайте ваши мечты с Кайманом. Владимирское шоссе 3, Муром Автосервис. АО «МЗРИП», город Муром, продает турбазу «Огонек». 24 объекта недвижимости, расположенную на берегу реки Оки, юго-западнее деревни Казнево Меленковского района Владимирской области. Форма торгов – аукцион на повышение. Начальная цена – 35 789 тысяч рублей, с учетом НДС 18%. Также продаются два земельных участка общей площадью 78 789 квадратных метров в округе Муром в районе гипермаркета «Магнит». Начальная цена 5 800 000 рублей. Информация по телефону 8 920 925 2330, 8 915 766 7670, 8 49 234 362 22. Третьего мая трагически оборвалась жизнь сына, мужа, отца, деда, брата, друга, любимого начальника Сергея Михайловича Чернышова. Сергей Михайлович родился 20 октября 1965 года в Муроме. Учился в 10-й школе, прошел двухлетнюю службу в пограничных войсках на границе с Афганистаном. Поступил в Московский университет имени Баумана. После окончания начал трудовую деятельность в Москве. Но Сергей Михайлович никогда не забывал родной Муром. Он помогал дому малютки, гимназии, частным лицам. Вносил посильную лепту в создание рабочих мест для города. Когда появилась возможность устроить муромлянам интересный досуг, построил культурно-развлекательный центр «Империя». Только сильный человек мог воплотить такую идею в жизнь. Сергей Михайлович покорял не только вершины карьеры. Самым любимым его увлечением был альпинизм. Но в один трагический момент горы забрали его навсегда. И близкие люди осиротели. Те, кто знал Сергея Михайловича,
запомнили его как человека доброго, открытого, отзывчивого, трудолюбивого. Сергей Михайлович любил свой коллектив. Всегда о нем заботился, приходил на помощь, находил подход к каждому сотруднику, устраивал грандиозные праздники. Коллектив «Империи» выражает соболезнования и глубокое сострадание всем родным и близким. Мы будем помнить тебя всегда, наш дорогой Сергей Михайлович. «Виват, король! С тобою мы прощаемся, и скорбью переполнены сердца. Снимая шляпы, пред тобою преклоняемся. Мы словно дети, потерявшие отца. И будто по накатанной работаем, заслуга колоссальная твоя. Усилиями и заботами стоит империя, твое дитя. И день за днем мечта твоя сбывается, и не утихает от твоей потери боль. Продолжить дело все мы постараемся. Покойся с миром, наш король». Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Оставить заявку на участие в программе вы можете по адресу улица Воровского, 43, телефон 3-35-70. Марки, открытки, медали, монеты, модели авто, старинные предметы, куклы, магниты, пластинки, цветы. А что собираешь в коллекцию ты? Поделитесь со зрителями Муромского телевидения своим увлечением и расскажите историю вашей коллекции. За самый увлекательный рассказ памятные призы. Ждем заявок по телефону 99855 и на адрес электронной почты muromtv@mail.ru. Конкурс проводится при главной финансовой поддержке магазина игрушек «Бегемотик», а также при финансовой поддержке магазина «Маяк». Почему все так любят «Бегемотика»? Он большой, веселый и добрый. С ним никогда не бывает скучно. С «Бегемотиком» сбываются детские мечты. Магазин игрушек «Бегемотик», Московская, 22. У детей и их родителей есть «Бегемотик», а у «Бегемотика» игрушки. Электро, бензо и садовый, пневмо, в кейсах инструмент, крепежи и фурнитура, мебель и ассортимент. Выбор просто нереальный. Ваш помощник, самый главный, магазин «Маяк», Московская, 4. «Маяк» — это качество знак. Ну, прямо как в детской песенке. Вагон бежит, качается, поезд набирает ход, кругом красота зеленая, необыкновенная, а костариканская. Ведь веселые туристы сейчас узнают, что же это такое банановая фабрика. И если вы бананоед, потомственный, со стажем, вам бы все это точно понравилось, скажу больше, фабрика наверняка бы понесла существенные убытки. Насчет съесть, конечно, а не насчет поджечь. Впрочем, возможны варианты, ведь в нашей теме «Как правильно поджигать еду» бананы считаются первым шагом на пути к совершенству – разминкой. Попробуем? Попробуем. Кстати, напомню, для чего мы все это делаем. Хочется научиться придавать пище определенную пикантность, а еще уметь удивлять себя и других. Фламбирование для этого – самый подходящий метод, но без теории он немыслим. Итак, фламбировать блюдо можно двояко. Либо опалить его, готовое пламенем, либо полить чем-нибудь спиртосодержательным, а потом поджечь. Вот почему наши нынешние бананы мы и назвали разминкой. Первое – поливать огнем, а не, так скажем, извлекать его
прямо с поверхности кушания значительно легче и применяется по традиции именно к фруктам в процессе приготовления десертов. Однако же разминка – это только в отношении фламбе. Бананы вообще – серьезная еда. Не случайно же великий швед Карл Линней называл их музой мудрецов, что в переложении на современный лад с натяжкой, наверное, прозвучало бы как специальная еда менеджеров, брокеров и прочих трудоголиков. Съел банан на бегу, утолил голод. Кстати, по потреблению бананов немцы являются чемпионами мира. 20 килограммов в год на человека – это прилично. А поджег банан, как страшно, утолил жажду прекрасного. Итак, замираем, поджигаем, выливаем. И в очередной раз восхищаемся, что у нас все получилось. Бананы в огне. Очистить бананы и, порезав кружочками, выложить на блюдо горкой. Приготовить соус, растопив сливочное масло с добавлением сахара, тертого имбиря и корицы. Облить бананы. На всякий случай можно чуть присыпать сахарной пудрой. Подогреть коньяк. Поджечь. Десерт облить пламенем. К слову, если на минуточку отвлечься от фламбе и вернуться к бананам, любил их и отец теории эволюции Чарльз Дарвин. Вот какую запись он оставил в тетради домашних рецептов. Почистить банан к завтраку. Положить на тарелку, сверху покрыть джемом с апельсиновыми цукатами. Размять банан, дабы он смешался с джемом, и отослать горничную и прислугу, чтобы не мешали. Здорово, надо бы попробовать как-нибудь, но от фламбе еще никто не решил отказываться. Так что все продолжится. До будущей зажигательной встречи!